Ребят, всем привет! Собственно, так как предыдущая запись, скажем так, оборвалась, как обычно, меня начали беспокоить все подряд, да, потому что все-таки я, так сказать, операционный бизнесмен. Короче, вот, ребят, собственно, повторюсь еще раз, кто вообще я такой, да, и так как это одно из первых видео на моем канале, да, на этом канале, то я должен рассказать, в принципе, то, чем будем заниматься и какой вообще вектор развития. Короче, больших планов грандиозных нет, потому что тематика достаточно узкая, да. Хотелось бы просто поделиться с вами определенным опытом, который у меня есть, да. Я 7 лет уже занимаюсь разработкой сайтов, также занимаюсь дизайном, маркетингом и так далее. Вот, у меня своя веб-студия, это redstudio.world, можете перейти посмотреть, да. Там также есть английская версия сайта, если кому-то нужно, да. И, собственно, я хотел... Также у нас есть образовательный проект, конечно же, да, не забывайте про него, там ссылочка в описании, html.ru. Я хотел бы этим циклом, да, то есть это будет цикл видео, на основе реальных проектов я буду показывать, как правильно верстать. Ну, не то, что как правильно, а как правильно, по моему мнению, верстать. То есть это будут реальные проекты, как вы сейчас видите на экране, да, то есть это проект, вот, допустим, вот и дом, да, занимается ремонтом. Там следующий проект еще какой-то будет там по электронике, но не суть. Собственно, отдельно вот сейчас будет серия по вот этому проекту, потом будет серия по другому проекту. Пока у меня есть время верстать, вообще, как у нас проходит работа в команде? У нас есть несколько разработчиков, которые, соответственно, занимаются этим делом. Но когда у нас либо большой завал, либо какие-то интересные проекты, то, соответственно, я уже вхожу в операционную деятельность в этом плане, да, и занимаюсь уже этим проектом. Вот. В целом, вообще, я занимаюсь другими делами в компании, все-таки я как бы основатель этих компаний, и у меня есть более важная задача. Вот. Но так как у меня выдалась такая возможность, и я могу поделиться с вами, почему бы и нет? Может быть, вы чему-то научитесь, что-то будете использовать для своих проектов и так далее. Сразу говорю, ребят, я не тот человек, который будет вас учить по учебнику. Я тот человек, который самоучка, и я вам буду рассказывать то, что я понял на своем опыте, на своем 7-летнем опыте, вот. То есть в этой сфере. Может быть, правильно, может быть, неправильно, то есть там уже сами решайте. Но у нас есть крутые реальные проекты, можете зайти там в наше портфолио, посмотреть. Там реально крутые проекты, которые мы сделали. Вот. Собственно, начнем, ребят. Если, кстати, хотите заказать сайт, то ссылочка в описании, там переходите, оставляйте заявку, свяжемся с вами и поговорим. Так, сначала что мы делаем первоначально? Тут уже есть, у меня есть уже определенная структура файла. Я вам ее сейчас покажу, все объясню, потому что изначально вообще... Какой момент был изначально, да? Изначально я уже записывал видео, да, но потом там пришел курьер спустя 30 минут, и у меня, ну, я решил связь прервать, потому что не хочется сейчас монтировать, да, хочется записать все одним дублем и при этом просто выложить и все. То есть я не хочу тратить время на монтаж, потому что этого времени и так нету. Видео будут долгие, видео будут от в этой сфере, да, в этой тематике будут от 30 до 3-4 часов, 2 часов, да. То есть видео будут реально большие. И, ну, они будут познавательны, они будут реально познавательны, это я вам обещаю. То есть все, что я делаю, я буду объяснять, и я думаю, после этого вы сможете что-то применить у себя в жизни, да, что-то, может быть, вам поможет как-то, да, и, может быть, вы сможете сами сверстать уже что-то, но не суть. Собственно, погнали. Вот у нас такой сайт, это компания, которая занимается ремонтом. Здесь мы видим шапку, достаточно простенькая, там менюшка, поиск, всплывающий, да. Здесь у нас преимущество, акция, да, так, услуги. Мы сейчас пробегаемся по макету, смотрим акценты цвета, пока что вижу только золотой, видим калькулятор и смотрим моменты, которые будет сложно реализовать, да, то есть сразу же закладываем на них отдельное время. Допустим, вот тут я уже быстренько пробежался, я видел, что здесь есть интересный блок, он не здесь, а он, так, извиняюсь, он находится вот здесь, то есть это блок сопутствующие услуги. Здесь, как мы видим, реализован слайдер, но при этом слайдер... Кстати говоря, за качество звука тоже извиняюсь, потому что, ну, микрофона пока что нет нормально, вот. Есть только веб-камера, с помощью которой как раз таки делаю запись. Тут мы видим сопутствующие услуги. Можем полистать, понятное дело, да, это все легко делается. Но здесь есть такой интересный момент, как... Так, собственно, переключатели, да, табы. Определенные табы. Не знаю, можно их назвать их табами или нет. Вот этот момент интересно будет, как его реализовать. Нужно будет подумать. Здесь мы видим калькулятор. Мы используем программу Adobe XD для макетов, но в целом можно использовать другую программу, но нам почему-то она комфортнее и удобнее. В отличие от того же там Photoshop, я не знаю, там, или еще какого-то редактора. Не знаю, Figma еще тоже неплохо мне нравится, но XD по привычке, потому что все-таки это Adobe.
Так, здесь у компании. Ну, в принципе, вот если так пробежаться быстренько, да, ничего такого суперсложного у нас нету. То есть все такое простенько, галерея обычно там, через фотораму можно будет сделать. Здесь у нас тоже ничего такого сложного нету. Полезные отзывы. Оставить отзыв, да, там. Реквизиты, контакты. Угу. Ошибка. Лендинг и калькулятор. Там у нас идет. Угу. Так, ребят, дальше. По структуре. Я периодически могу посматривать по поводу OBS, идет запись или нет, потому что ну, не так часто записываю видео. Короче, что касаемо структуры. Что мы здесь видим? Здесь у нас интересная картинка. Значит, для начала я использую стандартный, там, сказать, пак. Сейчас я вам покажу, да. Это у нас на десктопе сейчас находится. Вот и дом, да. То есть стандартный пак Sample HTML, да, я использую. То есть здесь идет просто SAS, в котором идет автопрефиксер и, в принципе, браузер sync и все, да. То есть, но это уже все встроено в VS Code. То есть вы это можете запустить либо, как я раньше запускал это с помощью команды браузер sync, которая прописана здесь, да, в командной строке, либо вы можете это все сделать с помощью VS Code, и это все упрощается. Вот. Сейчас мы будем делать на VS Code с помощью редактора VS Code, потому что он мне как бы больше, не знаю, ну, как бы не то, что удобнее, соблазн побыстрее будет, но все-таки технологичнее, не знаю. Пока что сейчас хайп на редактор, поэтому я решил его тоже использовать. Смотрите. Тут базовая структура, ничего такого сложного нет, в принципе. Что касаемо SAS, я уже объяснял, но еще раз объясню. Импортируем файл var.css, это у нас идет переменная. Добавили мы переменную с шрифтом. Это шрифт идет стандартный, поэтому подключать его не нужно никак. Акцент и цвет добавили, и я добавлю еще transition, то есть переход, да, к блокам, к некоторым. Ну, он у меня есть стандартно во всех проектах, в принципе. Тут, я думаю, все понятно, и никаких вопросов не должно возникнуть. Так, далее. Далее у нас идет звездочка. Это у нас применение ко всем элементам. Мы убираем margin и padding, чтобы шаблон был чистый изначально. Далее у нас идет placeholder. То есть мы делаем цвет. Такой цвет делаем, применяем, ну, цвет текста и opacity. В принципе, стандартная история, чтобы все выглядело нормально. Ну, тут валидность, да, прописан к полям, но это тоже классические моменты. Значит, body, HTML body, 100%, ну, это все здесь, я думаю, понятно, ясно, если вы хотя бы изучили какие-то базовые навыки, которые вам нужны для того, чтобы стартануть верстку. Font size 16, я обычно ставлю минимальная ширина 320, потому что меньше уже не имеет смысла. Position relative, думаю, всем понятно. Line height — это межстрочный интервал 1.65. Достаточно много, вы можете подумать, но если что, можно сделать поменьше, да. Но мне нравится 1.65, потому что он смотрится, в принципе, гармонично. Font family берется из переменной. И overflow exceeding — это горизонтальный скролл, мы убираем полностью, потому что он не нужен на сайте. Opacity 1, потому что мы увеличиваем скорость загрузки путем подгружая стили и скрипты внизу сайта. За счет этого нам нужно подключить вверху строчку style для того, чтобы сайт загрузился не просто сразу текст, а загрузился сначала просто белая страница, потом после того, как быстренько подгрузится, все, подгрузили стили, прописался opacity и, в принципе, все. Так, здесь уже начал что-то уже писать. Ну, здесь стандартные подключенные, в принципе, стили, которые используются при всех верстках. Это у нас будет, ну, робот можно убрать, робота. Bootstrap, jQuery, анимация, FancyBox. В принципе, все. Это у нас файл один для отвечать за CSS-код, другой отвечает за адаптацию. И третий — это стили. Ой, не стили, а скрипты. Так. Здесь у нас уже базовая заготовка есть для всплывающего окна. Мы ее оставим. Это для FancyBox, чтобы потом не искать. Это у нас идет подключение, соответственно. Так, здесь, соответственно, еще в CSS у нас идет MaxVis 100%. Ну, это стандартно, чтобы адаптация была нормальной. И Image Responsive — это просто... Ну, это просто для адаптации тоже, только немножко в другом месте. То есть я вам потом покажу, как ее применять. Вот. В принципе, все супер базовое, все супер легкое. Я не люблю, чтобы все было сложно. Я люблю все максимально просто.
И тем самым, ну, проще верстать, просто проще делать, и быстрее все происходит. Вот. Итак, я начал уже прописывать структуру хедера. Как мы видим на макете, у нас идет, что у нас идет. Для открытия, кстати, для запуска SAS мы нажимаем здесь Watch SAS, он уже запущен у меня, да, и потом нажимаем здесь запустить сервер. Сервер уже запущен, вот так сейчас все это выглядит. Модальное окно работает, да, если там кому-то нужно. Далее, мы что делаем? У нас есть хедер. Давайте сейчас быстренько пропишем. Это урок, он вводный, сразу говорю, то есть в следующем уроке уже будет самый сок. Сейчас мы просто пропишем базовую структуру и, в принципе, все. Потому что время ограничено, мне нужно уже будет бежать навстречу. Итак, хедер прописали, применили любой ID-шник, я применяю хедер. Прописали лого, ссылку на лого и картинку внутри лога. Это понятно, я думаю. Дальше у нас идет адрес, телефон, одинаковый по структуре, и обратный звонок и личный кабинет. Соответственно, div, я думаю, адрес. Адрес, я думаю, и пропишем еще ему, наверное, какой-нибудь хедер. Как бы это... Ребят, сразу говорю, классы и ID-шник я придумаю из головы, то есть они могут там неправильные, правильные, это уже субъективно, это уже для каждого по-разному. Так, тут сразу подвинем, да, потому что все-таки одинаковые страницы услуги есть домашние. Так, хедер... Делаем AP просто, чтобы было вот так вот. И хедер, я думаю. Вот так. Так, внутри все очень просто. Опять же, можем просто прописать пи и еще одну пи, да? Почему бы нет? Так, возвращаемся дальше назад, да? Тут прибавляем. Я пишу с помощью эмита, я думаю, все знают, что это такое. Тут у нас идет div, такой же header AP. Плюс еще header phone. То есть, возможно, хотя, ребята, они одинаковые, в принципе, стили. И я немножко допустил ошибку. То есть, вот телефон должен быть кликабельный. Я думаю, из Санкт-Петербурга сделал тоже кликабельный. Да, давайте телефон... Я думаю, вообще нам, в принципе, адрес как таковой и телефон нужен, но может быть один класс, почему бы нет? Нам, в принципе, это никак не мешает. Просто IP мы сделаем внутри тут P плюс A. Возвращаемся назад. Обратный звонок и личный кабинет. Кнопка обратный звонок. То есть сделаем, что объединим это все в один блок, я думаю, да. Допустим, header write, в котором мы уже видим точка, личный кабинет делаем, да? Как ссылка должна быть? Личный кабинет. Что-то я забыл. Ну, dash, board, link. Вот так можно сделать. В котором идет у нас картинка, img. Плюс текст. Давайте текст просто в B пропишем и все. Так, назад. Это у нас ссылка, в которой мы еще прибавим А. Стиль у нас у кнопок, в принципе, одинаковый, насколько я понимаю. Ну, да, это идет, в принципе, по стандарту всех шаблонов. Так, здесь мы пишем просто BTN. То есть это обычная кнопка у нас будет. Вот здесь ничего у нее необычного нет. То есть она такая же обычная, как и все кнопки. Поэтому просто пишем BTN. Так, и в принципе все развертываем. Вот в чем проблема, ребят, эмита в VS Code, в том, что он не всегда развертывает. То есть ему что-то здесь не нравится. Здесь он развертывает, здесь он уже не развертывает, да, почему-то. Ну, давайте это развернем, я предлагаю так сделать. Предлагаю сделать следующим образом. Здесь это все развернуть. Посмотри, как это будет выглядеть. Выглядит пока что так себе, да. Это мы развернем. Header IP, это мы развернем здесь. Не могу развернуть, опять же. Почему? Тут могу. Тут не могу. Почему, опять же, непонятно, ребят.
Может быть, вы в комментариях подскажете, потом я почитаю, почему он не развертывается. Не знаю, вот этим саблам мне больше нравится, что он все-таки менее капризный такой. Так, здесь развернули тоже. И здесь таким каким-то варварским способом все это делаем. Да. И тут даже он идет. То есть, походу, его смущает этот значок, насколько я понимаю. Да, то есть его смущает этот значок. Не знаю. Не знаю почему. Честно, не знаю почему. Так, хедерай почему-то. Здесь не хватает точка. И здесь все-таки вот так вот. Так. Здесь вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И тут, собственно, вот так. Так, конечно, здесь у нас вышло немножко из-под контроля. То есть мы это все-таки заносим сюда. Вот. Теперь осталось наполнить текстом. Так, ну, собственно, ребят, наполнением уже и дальнейшей работы мы в следующем серии, потому что мне уже надо бежать на встречу, ребят, поймите меня правильно, вот. Ссылочки все в описании, где найти наши проекты замечательно вы знаете, поэтому, ребят, встречаемся в следующей серии, там уже, я думаю, попробуем сделать главную страницу полностью. Да, она такая достаточно большая, но, в принципе, можно сделать, попробовать. Не знаю, сколько по времени займет, но, я думаю, можно попробовать. Ребят, хорошего всем дня. Хорошей вам верстки, хороших успехов, да, всем. Пока, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.